А ключ от всех наук в руках этой маленькой девушки. Хоть сама она с ноготок, внутри нее драгоценные россыпи. Вы должны ухватиться за нее, взять за горло покрепче, выжать из нее все знания, как сок из лимона, до капельки. Что вы должны сделать? Ну-ка, все вместе. Выжать знания, как сок из лимона. Тишина. Вот я вам сейчас. Прошу внимания. Эта девушка станет для вас источником знаний, светочем культуры. Ваше дело получить эти знания. Что от вас требуется? Ну-ка, все вместе. Получить эти знания. Тогда за дело. Не забывайте, джипсы под рукой. Садитесь, девушки. Я немного владею французским языком. Буду счастлива, если мои знания пойдут вам на пользу. А сейчас, думаю, пора начать наш первый урок. Я очень довольна своими девочками. Они так меня полюбили, что даже на переменках ходят за мной по пятам. От них я узнала, что джипсы – не что иное, как щипцы. Директор грозится ими вырвать у хохотушек все зубы. На днях он сам пожелал брать у меня уроки французского. То есть схватить за горло и выжать знания, будто сок из лимона. Как только ему надоедает сидеть на уроке, он вспоминает о своих джипсах. Ля. Ля. Ла мезон. Ля. Ля. Это означает дом. Заморочила ты мне голову. Где мои джипсы? Я познакомилась с коллегами. Это молодые преподавательницы Васфия и Низия. Учитель богословия Заид Эфенди, учитель географии Хаджи Омер Бей, учитель чистописания Шереф Бей, еще несколько женщин и, наконец, шейх Юсуф Эфенди. Он действительно шейх ордена Мевлеви. В Конье он заболел и приехал в Бурсу поправить здоровье. Здание нашего училища принадлежит шейху Юсуфу Эфенди. На первом этаже живет он сам, второй он подарил училищу. Это один из самых знаменитых композиторов страны. Здесь, в городе, он пользуется большим уважением. Барышня, наша ученица? Извините, Бей Эфенди, забыла вам представить. Новая учительница французского Фериде Ханым. Я счастлива познакомиться с нашим замечательным композитором Эфенди. Полагаю, мною еще не созданы произведения, достойные звания композитора. Преподавательская работа доставляет мне большую радость. С шейхом Юсуфом у нас складываются хорошие отношения. И не раз он приходил на мои занятия. Он много сделал, чтобы я поверила в себя. Что касается господина директора, через 3 месяца обучения он усвоил, наконец, что «la maison» означает «дом». За этой задумчивой улыбкой прячется сама доброта. К
Мы становимся все ближе. Я полюбила его как старшего брата. Теперь со всеми трудностями я обращаюсь к нему, и он выполняет все мои просьбы. Рядом с ним я чувствую себя так уверенно.